Мы с папой сюда ездили в детстве. Тоже вот так лежали, молчали. И они с мамой сюда тоже ходили. Невероятное катание Надежды Гориной делает ее основной претенденткой в борьбе за предстоящий Кубок Льда. Че, вы на экскурсию приехали? Красиво, мне нравится. Мужички, капучино на кокосовом, принесите ему. Да ну нафиг. Фигуристка, любитель? Вау, понял, профи. Ты вообще кто такой? Я сюда приехал играть в хоккей. Поэтому, Сань, ты больше в первой пятерке играть не будешь. Стоять! Сигарнос! Ирина Сергеевна! Я тебе говорил. Ты можешь молча там колоть это как его, или что-то там? Привет, мам. Ирина Сергеевна заболела. Не Барби уже, понимаешь? Ты мечтала об этом кубке, и мама рада была бы и гордилась, если бы видела. Я больше не ее тренер. Это Альбина. Она легче, быстрее. И поэтому будет первый, а ты второй. Да не может этого быть! Ну вы же мощь! Я буду сама готовиться. Когда поеду в НХЛ, я вас как страшный сон всех забуду. Давай, давай, звезда моя! Ну у вас просто прекрасные отношения, ребят. Вы ничего друг другу не рассказываете. Вы что хотите, чтобы я сказал? Да не надо ничего говорить! Тебе, пап, сколько тебе было, когда вы с мамой познакомились? Не смотри, не смотри. С программой помогу, но она не должна знать, что я в этом участвую. Давай, низ в тени! Вперед! Да я бы на твоем месте сам себе в морду бы дал. Зачем так рисковать? Ты разве этого не понимаешь? Я хочу быть как мама. А теперь сальтуха! Боря, нет! Все, ты сломал спину! Разбил спину!